люди стали очень слабые стали. Помните, я сказал, что в мелочах надо быть, как Христос говорит, верный в малом над многим будет поставлен, что мы едва-едва что-то мелкое еще можем сделать, очень слабые. Но вступление в церковь – это значит вступление куда? Итак, я встал на дорожку, теперь я иду. Да, там пни и колоды, но что делать? Но я иду. И почему приходится об этом говорить? Всю религию свели к чему? К хождению в храм. Ну, кажется, и хорошее дело. На самом деле, во что это может превратить? Я отстоял всенощную. Отстоял литургию. Сделал отчет о проделанных грехах батюшки. А то еще напишу, возьму и напишу еще целый лист, начинаю еще читать ему. Да, это что такое? Я понимаю, если я никогда не исповедовался, верно, надо. Или там 10-20 лет, правильно. Есть о чем поговорить. А если я каждый месяц, ну пусть два, исповедую, что я не помню, что я сделал за это время гадкого? Или я думаю, все перечислить, что ли? Дурак какой. Да все, ни одной минуты я не провожу так, как это нужно бы. А тут я вздумал перечислить свои грехи. Какая глупость. Каяться надо о том, о чем болит душа, что подсказывает совесть, о чем говорит разум. И эти вещи, да, надо называть, это верно.